Один человек. Возможно, не придет. Я спрошу сейчас. Ладно, иди нахуй. Это, Саня, отмечаю повышение. Пойдешь? Нет, брат, не могу. Двое суток на ногах устал, как собака. А что ты, пятница? Погулять нет, как раз. Я к жене. После смены, а? Я к жене. Месяц какой уже? Четвертый. Охуеть! Я бы уже на твоем месте съебался бы уже. Да я набегался, брат. Твоя очередь. Не. Понятно. Провал какой, а? Ладно, держи вот. Кинцо? Охуенный сериал, короче. Криминал, драма, мистика. Пиздец, вообще ебут всех. Что не говори про пиндосов, а нашим сраным сериалам до них как жопой до луны. Курить будешь? А, не-не-не. Я на конфетках. Я же бросаю курить. Мне тоже надо бросать. Угу. Помогает? Нихуя не помогает. Алло, да-да, заебал. Да, да все, жди, все-все, иди нахуй. Ладно так, давай, а. Я побежал. Это, Лиля, привет. Ага, Лиль, я закончил, еду домой. Что-нибудь взять? Бутылку красного. Тебе нельзя. Я знаю. Тогда... Тогда копченую рыбу. Нет, мороженое. Чего? Ванильное мороженое. С шоколадной стружкой, под клубничным вареньем, ягодным сиропом. Ну ладно, ладно. Что-нибудь придумаю. Это только четвертый месяц. Я представляю, что будет на восьмом. Я что-нибудь придумаю. Ну, хорошо. Серег тебе привет передавал. Флешку дал с сериалом каким-то посмотреть. Сережке спасибо. И давай быстрее вези мое мороженое. Хорошо, хорошо. А, Лиль. А как там наш пацан? Пацан. Это будет девочка. И мы назовем ее Венеция, как мой любимый город. Не-не-не, Лилюш. Это будет пацан. Назовем его Якутск, как мой любимый город. Чего ты? Фу! Нет. Из каких пор он твой любимый город? Ты его терпеть не можешь. Да, ну, может быть. Потому что здесь зимой слишком холодно, а летом слишком жарко. Венеция. Я решила. Ну, ладно, хорошо. Пусть будет Венеция. Ты меня любишь? Не-а. Вот засранец. Ладно, я скоро буду и привезу твое мороженое. Давай, Лилюшка. Лилюшка, я все взял, еду домой. Это не Лиля. Чего? Ты кто? Ты узнаешь чуть позже. Что за хуйня? Ты кто такой? Откуда у тебя этот телефон? Просто езжай домой. Нам многое предстоит обсудить.
Лиля? Лиля? Лиля, ты где? Блять. Лиля! 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 Лиля? Алло, Лиля? Теперь можем и поговорить. Ты что такое, сука, блядь? Лиля, где? Со мной. Передо мной, если быть точным. У нее красивые ноги. Если ты хоть пальцем тронешь, тебе пизда, блядь, нахуй. Ты понял? Она в порядке. Нос разбит. Может, сломан. Я тебя убью, блядь, нахуй, сука. Сядь. Пошел нахуй, блядь. Где Лиля? Я сказал, сядь. Стой, 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 блядь! Стой! Все, блядь, сажусь! Да сажусь, сажусь, блядь! Сижу! Все, нахуй, сижу! Вот видишь, мы же с тобой спокойные, рациональные люди. Давай все сделаем спокойно и рационально, без лишних эмоций. И Лиля будет в полном порядке. Я давно наблюдаю за тобой. Ты мужик неплохой, любящий, ответственный. Поэтому я и выбрал тебя. Чё ты несёшь, блядь? Сегодня я изменю твою жизнь навсегда. Ты чувствуешь момент? Чувствуешь, как вся твоя жизнь вытягивается в струну? Какого хуя тебе надо от нас? От Лили мне не нужно ничего. От тебя. Посмотрим, сколько ты будешь готов отдать. Если все сделаешь правильно, твоя жена и маленькая Венеция будут жить долго и счастливо. Ну, может, не совсем счастливо, но будут. Блять, нахуй, хоть пальцем, хорош. Сука, тронешь. Просто загляни внутрь. У твоего отца был такой же. Надеюсь, помнишь, как им пользоваться? У тебя ровно 6 патронов. Насколько хороший ты стрелок? Нахуй, что за хуйня, блядь? Что тебе нужно, нахуй? Хочешь увидеть Лилю живой? Нет, блядь, нахуй, догадайся! Тогда с тебя 6 до рассвета. Чего 6, нахуй? У тебя 6 патронов в пистолете, умник. Соображай, 6 человек до рассвета. Сука, ты ебанулся, нахуй, блядь! Чего 6, блядь? Каких нахуй до рассвета? Времени полно до восхода. Если не убьешь 6 за эту ночь, я отпилю Лиле голову. Веселей. Сегодня мы с тобой сделаем этот мир чуть лучше. Я перезвоню с подробностями. Время пошло. Сука, блядь. Сука, нахуй. Сука, блядь.
Сука, ёбаная. Сука. Резина поношенная, но состояние хорошее. Еще пару сезонов ходить сможет. Ты это, резину себе или... Да нет, это жене на машину. А руки никак не доходят переобуться.
Но лучше поздно, чем никогда. Ну так это, что решил-то? У меня вопрос. Что в бочке? А тебе зачем? Мне сказали узнать, что в бочке. Кто попросил? Ну, резину ты уже покупать не будешь, я так понимаю. Знаешь, что самое интересное? Это момент, когда они все израсходовали. Все свои крики, эмоции, стоны. Не надо, не надо, не убивай! Момент, когда наступает тишина. Тихое смирение перед тем, как топор переламывает шею. И знаешь, трудно это дело разрубить шею. Одно и раз, два. Thank you.
молодец. Как ощущения? Шел нахуй. Держи себя в руках. У нас вся ночь впереди. Сука ебаная, блядь. Дай мне поговорить с Лили. Слышишь ты, блядь, кусок говна нахуй. Дай мне поговорить с женой, блядь! Ничего не бойся, слышишь меня? Я скоро приду за тобой. Не холодно. Делай все, что тебя попросят. Ничего не бойся. Ты меня слышишь? Ты поняла? Да. Лиля, все в порядке. Я скоро приду за тобой. Ты нужна мне живой. Мне и нашей маленькой Венеции. Делай все, что тебя попросят. Поняла? Хорошо. Думаю, этого будет достаточно. Сука, блядь, кусок говна, блядь, ёбаный. Дай что-нибудь укрыться. Если ты хоть пальцем тронешь, я тебе башку оторву. У меня есть замечательное оранжевое одеяло с цветочками. Подойдет. Сука, блядь. Я тебе тут навстречу иду. Я сделаю все, что о чем ты попросишь. Только не трогай. Я знал, что не ошибся с тобой. У тебя все получится. Что тебе еще надо? Дальше у нас амбициозный молодой человек, занятый альтернативным бизнесом. Другими словами, барыга, пушер, толкает синтетику тупым деткам через интернет. Тупые детки мрут, как мухи. Не сразу, но мрут. Детки, конечно, тупые, но общество вроде как недовольно, когда они дохнут. Поэтому перспективный бизнесмен бросит пули в голову. Сегодня он оставит очередную закладку на точке. Ты будешь ждать его там. Забыть свои блоки, остаться веса, говорить о высоком. Выдыхаем или не спеша. Возможно, забудешь все то, что писал. Мой осыпанным прахом отравленный саунд, а вещь залег на устах. Ты пойди слепо, знаешь, в этом не нужно винить мое детство. Я наизнанку выверну каждую клетку, каждый, кто засекречен. Любовь моя, оправдайся бегством, тут суета, перебежь, как завалили мы с тобой всевозможные тесты. Запутался в этой сети, многими мил, но мир под ногами горит. Давай, томи меня, сука, топи меня, жги, не дай дышаться. Выключив жизнь, видимо, мы не проста, виделись нахуй, видимость мы без тебя. Видно, впал тот мрак, но воскрес мой разговор мертвеца. А я собрался в долгий путь, собрав сумку грусти. Я тут иду, как Гулливер, все остальные хуй с ним. А я собрался в долгий путь. Чего?
что ты вылупился, дядя, а? У тебя там что-то есть. Ты что доебался, дядя? Иди куда шел, а? Ты что, мент, что ли? Я... Хотя какой нахуй с тебя вообще мент? Пиздуй домой. Не порти себе вечер, а? Я купить хотел. Чего? Ну, купить для себя хотел. Ты чё, ебанулся, что ли? Ты чё несёшь? Какой нахуй купить, а? Тихо. Тихо. Нихуя себе. Ты купить хочешь? Купить хочешь, да? Держи. Пиздатая штука. На всех хватит, я тебе говорю. Держи. Забирай все. И пиздуй нахуй отсюда.
жить красиво, а кто будет рылом землю бороздить? Кого кормить, а кем кормиться? Но он не прав. И ты ему это покажешь. Я не видел твоего лица. Я не видел лица. Я ничего не видел. Тебе что нужно? Бабла? Решим любой вопрос. Только скажи, сколько? Я не видел лица. Я нихуя не видел. Не видел. А я тебя видел. По телевизору. Так это не ты меня повязал? Нет, не я. Тогда какого хера ты смотришь? Развязывай! Извини, брат, но я не могу. Не понял. Долго объяснять. Короче, мне похуй. Тот меня из моей точилы вытащил, а в ней $1050. Ключи в кармане. Я тебе говорю, где она. Ты забираешь бабло, отпускаешь меня, и мы все исчерпываем. Договорились? Не-а. Я тебе слово даю. Я человек публичный. Моему слову можно верить? Не обману. Ты же меня по телеку видел. Дело не в деньгах. В чем? В чем дело тогда? Боюсь, ты не поймешь. У меня есть ресурсы, есть люди. Решим любой вопрос. Вообще нихуя не проблема. Ко мне часто люди приходят. Я помогаю. И тебе помогу.
получится. Схуя ли не получится? Получится? Я по жизни вопросы решаю. Сколько было сложных вопросов, и я их все решил, и твой решил, брат. Так в чем проблема-то? Договоримся? Я же вижу, ты парень смекалистый, и я на твоей стороне. Знаешь, что да как в этом мире. Так в чем проблема-то? В жене моей. В твоей? В жене твоей? Да, с женами всегда проблемы. То хотят чего, чего сами не знают. То мозги тебе ебут, то сами с кем попало ебутся, а? Так что твоя-то натворила? Ничего. И что за блядский цирк тогда? Люблю я ее сильно. Ну и отлично, блядь. Только я-то тут при чем? Какого хера ты меня здесь держишь? Выпустил бы уже давно. Я тебе бабла заколочу. Скажи, сколько хочешь. Сколько? 50 тысяч, 100? Эй, ты че? Какого, бля, хуя? Сука, не стреляй! Сука, блядь, сука! Я тебя боком прошу, не стреляй! Я тебя прошу! Прошу тебя, брат! Брат, братишка! Не надо! Не надо, блядь, не стреляй! Ты чё, блядь? Сделал. Я не сомневался, что у тебя талант. Ты больной уебок. Не буду спорить. Я дал ей одеяло. Что? Лили, одеяло. С цветочками, о котором я говорил. Дай мне поговорить с Лили. Лиля? Лиля, ты в порядке? Да. Это хорошо. Это хорошо. Как там Венеция? Кто? Венеция. Вот ничего. Это хорошо. Хорошо. Ты здесь? Да, я здесь, Лиля. Да, я... Да, все в порядке. Я тебе обещаю, все будет в порядке. Я сделаю все как надо. Все будет хорошо. Она верит тебе. Только трунь ее, сука. Да-да,
ты вырвешь и съешь мое сердце, если я ее хоть пальцем трону. Я помню. Кто следующий? Ты мне скажи. Это что еще, блядь, значит? У каждого есть кто-то, кого он хотел бы убить. Блядь, ты шутишь, что ли? Я даю тебе халявный шанс. Мы так не договаривались. Дело не в уговоре. Дело в твоей жене. Если сам не найдешь, кого убить, найдешь голову Лили в мусорном баке. Пить будешь? Нет. Может, ты еще и курить бросил? На что пришел ты? Сколько лет прошло? 10? Возвращение блудного сына через 10 лет. Как только что-то понадобилось. Ну так что тебе надо? Денег? Квартира, может, тебе это нужна?
Я у тебя одно только хотел спросить. Почему она так сделала? Чего сделала? Ну, блядь, договаривай, чего сделала? Почему она в петлю залезла? Потому что слабая была, вся в мать. И смерть она выбрала для слабых. Не дочь она мне. Она в день смерти мне оставила сообщение. Всего одно предложение. Ты мне одно скажи. А зачем она мне его прислала? Что я должен был с этим сделать? А? Десять лет я тебе боялся в глаза посмотреть. А теперь я вижу, что каждое слово правда. Встал, развернулся, блядь, и вышел, пока я себя в руках держу. Как ты мог? Она же дочь твоя была. Ну и что ты с ним собираешься делать? Сегодня я 3 человек убил. Прежде чем я тебя убью, отец, я хочу, чтобы ты сказал. Я хочу, чтобы ты сказал, что тебе жаль. Что ты несешь? Ты же слабак. Чмо по жизни. Всегда был слабаком, как твоя сестра. Лучше пистолет к башке своей приставь и не мучайся. Просто скажи, что тебе жаль. Да пошел ты нахуй.
Да. Ты готов? Да. У тебя все отлично получается. Как это говорится, прирожденный убийца. Хорош пиздеть. Ты прав. Как думаешь, кто будет следующим? Ну, удиви меня. Думаю, что тебя уже ничем не удивишь. Но я попробую. Знаешь, а какая разница? Просто убей кого-нибудь. Ты там в порядке? Да. Все в порядке. Просто вечер выдался тяжелым. А, ну да. С кем не бывает. Ну да. С кем не бывает. Может, с машиной что не так? Могу помочь. Не. Я тут тоже один раз оказался так вот. Ночь, вокруг никого. Движок сдох. Думал, замерзну. Ну, добрый человек проезжал, не оставил в беде. Ну, ладно. Раз все нормально, то удачи на дорогах. Что, прикурить? Езжай, глянь сам. Нет необходимости. В нашем с тобой деле доверие играет первостепенную роль. Я доверяю тебе. Длинная ночь. Ты чувствуешь, что мир стал лучше? Нет. Это потому, что мы с тобой еще не закончили. Thank you.
найдешь в знакомом тебе месте. На складе, где ты, мы избавились от третьего. Здесь никого нет. Как никого? А ты? Шестой. Тот, кто берет на себя право оценивать одну жизнь в несколько других. Кто дал тебе это право? Ты. Я? Нет. Я дал тебе обстоятельства. Решение принимал ты. Кто ты такой, чтобы решать, кто должен умереть, чтобы кто-то мог жить? Кто? Ты ее отпустишь? Кто знает. Но какой выбор тебе остается? Либо надеяться, что я ее отпущу, либо уйти от всего этого живым и знать, что шестой была она. Дай мне поговорить с ней. Нет. Время разговоров подошло к концу. Либо ты пускаешь себе пулю в голову, либо ты уходишь, спасая себя. Выбор твой. Thank you.
призраков. Верные признаки обычных людей. Смеются, сутулятся, выходят на улицу, чтобы стать еще злей. У твоих призраков оттенки и призвуки повсюду как тень, повсюду как свет. Без скрипа сквозь коридор, словно трусливый вор, они скажут привет, они скажут привет. Послушай совет, ты сделай то, что можешь. Прогони их прочь, прогони их прочь, прогони их прочь. Прогони их прочь, прогони их прочь, прогони их Верные признаки, знаки обычных людей, усталых людей. Смеются, сутулятся, выходят на улицу, чтобы стать еще злей, чтобы стать еще злей. Погоди, прочь, прогони, прочь. У твоих призраков